Приветус, это я, Владус Мармеландус, и... Привет, с вами Кубик. Кубик, ты на лаки-блоке яблоко, я смотрю, а я сегодня на лаки-блоке апельсин. Что ж, ребята, ну, у нас будет вот такое противостояние интересное. И знаете что, напишите в комментариях, какое противостояние, каких лаки-блоков сделать в следующей серии. Я почитаю сегодня все ваши комментарии, выделю какие-нибудь классные идеи. И следующую серию ждите из своих комментариев, короче. И не забудьте еще лайк поставить, без лайков я читать ваши комментарии не собираюсь. Ладно, я тоже твои комментарии почитаю, тоже идеи какие-нибудь себе возьму. Ну, можно, в принципе, если только чуть-чуть. Пишите для меня идеи или для Кубика, но без лайков вообще никуда. Ребята, лайк. Вау, Соник штаны, нифига себе, какие они мощные. Я, наверное, у меня сразу же выпали блоки, просто нормалек. Я прыгаю нереально высоко, но пока что я их не буду надевать. Ого, Кубик, сколько у меня алмазных вещей. Ну, мяч я оставлю, ведь мы будем... А зачем тебе нужны алмазные вещи? Ты что, нубас, что ли? Ты дурак. А чему? А, все, Кубик, давай. Лучше... Дичь, встань вообще. Тебе меня, лучше, да, было, просто... конечно, сейчас помолчать, знаешь, да? Почему? Кто сказал, не знаю, я разговариваю, я до тебя сейчас мечом как дотянусь, понял, дам тебе по заднице нафиг. Можно не надо, пожалуйста. Давай вообще выкидывай свою броню, что ты там? О, сколько алмазов, Кубик! Если у тебя мечом. Если у тебя будет верстак, скажи мне, пожалуйста, а? Крикни прям максимально сильно. Я не буду тебе говорить, обойдешься. Да не, скажи, пожалуйста, у меня 55 локи-блоков уже остается, и мне одно и то же выпадает. Чё, прям? А у меня 59, и меня убил какой-то чувак. Оу, нифига себе! Вот это было, конечно, сейчас эпично. Локи-блок апельсин. Да, вот это, конечно, круто. До чего технологии дошли? Это что такое? Вот это реально технологии. Да, это что такое у тебя там заспаунил? Ты все сломал, Кубик! Ой! Ой, это по типу колодца, только. Вау! Я таких еще ни разу не видел. Я тоже ни разу не видел. Слушай, вообще что-то необычное сейчас было. Так, за это все дело выкидываем. О, смотрите, что у меня есть. Так, так, так. Что есть? Эй! Что? Эй! Да Владус, у меня же спампоинт сбился! Я, блин, хотел спампоинт поставить! Че, серьезно? Да. Прости, Кубик. Нет. Я не прощу, потому что ты вообще офигел. Подожди, стой, только не убивай, у меня еще гемот не включен. Ой, прости! Я лаки-блок хотел сломать, Кубик. Все. Рак, а? Да все, иди отсюда. Все, 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 все. Я больше не буду. Угу, так я тебе и поверил. Да, 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 Кубик. Больше не буду, больше не буду, базарил. У меня крестики были, Кубик, у меня крестики были за спиной, понял? Да что ты, что ты будешь делать, блин, мне одно и то же выпадает. Так, летать я еще не могу. Я не обманчик, Кубик, у меня реально крестики были. Я только что вообще-то обманул. Да ладно, ладно тебе, слушай, на ПВП ты меня еще выиграешь, Кубик, все будет хорошо. Конечно, выиграю, я тебя просто пух и прах размотаю, ты правильно. Сколько алмазов, Кубик? Можно у тебя дерево забрать и алмазы я состыкую, а? Пожалуйста. Не, я их лучше просто соберу сам и выкину. Да, Кубик, я в тебя стрельну тогда, понял? Не надо, можно и поп. Да слушай, мне нужно, мне реально верстак нужен, я хочу сделать алмазные блоки. Сундук, что там? Что там, что там, что там? Я не знаю. Залезь наверх, посмотри, что ты не знаешь. Так, давай, сейчас попробую. Оп. Давай. Блин, оп, у тебя хотя бы блоки есть, а у меня... Такие разные блоки у меня вообще нет. Что там есть? Что есть? Ничего, здесь пусто. О, дерево, 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 дерево. Иди отсюда. Так, ты меня будешь... Ты меня... Ты... Эй, да блин! Жалко, я топор, конечно, выкинул. О, вот это топор, нифига себе. Так и думал. Да ты офигел, ты чё, мой? Да я два дерева собрал, только Кубик. Ты топор? Тебе чё, жалко? Мне не жалко, забирай. Все, я тебе классно. Да все, я тебе наоборот классную зельку дал, в общем. У тебя теперь есть классный эффект. Ты хочешь меня опять смерти моей хочешь, да? Нет, 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 серьезно, я делаю верстак сейчас, и я сделаю себе алмазные блоки, ребята, чтобы из них сделать платформу. Так, если мне не выпадают блоки, то блоки я буду сам делать. Это же логично. У меня сейчас, короче, какой-то очень странный эффект, из-за которого я очень высоко летаю. Примерно где-то на 100 блоков. 8 блоков, нифига себе, слушай, Кубик, не могу ничем тебе помочь. Хотя могу помочь тебе, хочешь? Да, хочешь, я до тебя допрыгну, смотри. Оп, оп, а, так слушай, это... Чувак, это не зря такой эффект дался. Смотри, что наверху, запрыгни туда. Нифига себе, а как это сделать? Так, погоди, сейчас... Слушай, сейчас я попробую тоже это сделать. Такс. Давай. Давай я сейчас... Блин, сундук... Погоди, не получается, вообще что-то не получилось. У меня, я не долетаю, слушай, ты тоже, что ли, не долетаешь? А я, не, я еще долечу 100% и... Давай. Оп, оп, оп. Давай, молодец, Кубик. Так, я к тебе. И что здесь? Нет! Это за тебя все у вас, потому что ты за мной прилетел. Давай, мне нужно на платформу. Есть, приземлился прям круто. Слушай, это был колодец, помнишь, вот этого нового вида, который тебе заспавнился. Но нам чуть-чуть... Да-да-да, я понял уже, у меня тут зомби, точнее, остановился. Меня чуть наковали просто. Не пришибли. Опс.
Можно выходить. Слушай, у меня классный шлем, и летать я все еще не могу. Да что ж ты будешь делать? У меня топовая броня. Кубик? Я не понял. Ты что, не умираешь? Я даже не понял, почему я умер. А, ты умер, да, все хорошо, тогда все хорошо. А, конечно, хорошо, да, все нормально. Я случайно это сделал. Чисто случайно спрыгнул, ребята, с кем не бывает. Погоди, короче. Ты же, наверное, меня пострелял все это время. Нет, ты что, с ума сошел? У меня лука-то даже нет. Все, тогда нет, ты че? Как ты вообще? Ты что так плохо обо мне думаешь, Кубик, всегда я поднять не могу? Ну знаешь, что вот есть у меня такое небольшое предчувствие, что это все-таки был ты. Так, я не понял, почему в меня твои фриты стреляют? Я их сейчас всех уберу. А я уже все уничтожил, не переживай. Все, да ладно. Так, короче, я сделаю вот такую платформу. Не совсем это платформа, а дорожка. И буду лаки-блоки вот так вот ломать. Если у меня будут блоки исчезать, я буду просто смещаться к моему спампоинту. Так, Радус, сколько у тебя лаки-блоков? Топовый меч, 243 урона и 243. 32, ровно полстака лаки-блоков. Апельсинчик. А у меня 35, я походу немножечко не успеваю. Погоди, мне нужно чуть-чуть поторопиться. А, я снова не могу летать. Да, Кубик, да почему? Почему? Объясни мне, пожалуйста, обычный лук. Ну бас, это же нормально, это же очевидно. Лаки-поушены, папа. О, вот это да. Я не знал, что лаки-поушены могут быть. У меня тут вообще весь остров горит, я не знаю, что мне с этим сделать. О, слушай, лаки-поушены как отдельные лаки-блоки, нифига себе. Вот это прикол. Вот так вот? Вот так вот реально из них выпадает то, что выпадает из лаки-блоков. Ладно, это слишком читерски. Больше я не буду их открывать. У меня есть какое-то огромное сердце. Эй, чувак, что ты меня убиваешь? А попробуй съесть его, Кубик. Ой, алмазные блоки летают, смотри-ка что. Ну-ка я их сейчас убью. Да, мне кажется, это уничтожить, у меня это не получается, надо чуть-чуть. У меня тоже не получается, я в них даже не попадаю, по-моему. Ё-моё, а что тогда делать? Я не знаю, они прям очень шустро летают. Слушай, это какая-то фигня. Да, я так и понял, они меня немного убивают, ё-моё, мне очень страшно. Так, супер яблочко, вот это да, вот это мне на ПВП пригодится. И летать я все еще не могу. Что это было? Кубик. А зачем тебе летать? Ты что меня достал такой? Ты что сейчас сделал с моим островом? Что происходит, Кубик? Кубик, у меня все лагает. Что происходит? Я понять не могу. Ну, я зомбарей выключил, я не знаю. Фух, что это было? Это мой лут так стреляет или что? Я вообще ничего не понял. Ребята, если вы поняли, напишите в комментариях. Догадки. Такс. О, все. Кубик. Что? Прости. Эй! Я больше так не буду, не буду обмыть. Я тебе очистил территорию. Все, теперь у тебя спасибо. Вообще... Спасибо тебе огромное. Пожалуйста. Кубик. Ты меня так не пугай, реально. Да я тебя не пугал, еще это я еще даже не кричал. Ты не переживай. А, да. Вот если ты еще раз убьешь, я так закричу, что не у тебя надо, перепонки. Не надо, Кубик, не надо проверять. Но, я, конечно же, не буду. Ладно, чуть-чуть словил все-таки этих яблочек. Кубик, смотри, теперь ты в сундуке, значит, да, бегаешь, лаки-блоки открываешь. А, так чтоб ты меня не убил, потому что ты меня достал уже. Вообще-то я тебе его открыл, чтоб ты там мог бегать. Спасибо, спасибо. Пожалуйста, я его сам открыл, я сам на рычаг нажал. Сейчас я все скину, все очищу. У меня очень много повторяющегося. Смотрите, что у меня есть. Это же кола. Дринк, напиток. Ловушка какая-то. Кубик, это ты сделал? Что? Не, я ничего не делал. Да летать я все еще не могу, я хочу летать, блин. Ой. Прикинь, вот, я выбрал, что у меня, короче, была ловушка такая, ловушка из дверей. Просто капец какой-то. Ого, сколько я сейчас умирать буду. Такс, у меня даже килл работает не с первого раза. Ты понимаешь, насколько я жесткий, чувак, ты на ПВП меня вообще не осилишь. Что у меня такое заспавнилось, Ладус, подскажи, пожалуйста. Ну ладно, еще парочку сломаю все-таки, я не знаю. Ого, можно посмотреть? Да елки-палки, да ты шо? Да ё-моё, что происходит вообще? Кто меня опять убивает? Что здесь за огонь вообще везде? Я тебе все взорвал случайно. Опять случайно все взорвал. Да, Кубик, это не я. С кем не бывает, конечно, Кубик, это лаки-блоки, поверь мне, подписчики докажут. Да я тебе даже уже не верю, все. Эй. Че? Эй. Мне опять? Ты мне спампоинт опять сломал. Ладус, готовься. Что я тебе обещал? Нет, не кричи, Кубик, пожалуйста, не надо. Ну ладно, не буду. Все, спасибо. Кубик, только просто... Только тогда ты меня больше не убивает, блин, что мне сейчас делать-то теперь? Просто смотри, как получается, мне из лаки-блоков выпадают постоянно взрывы, и они почему-то затрагивают твой остров еще. А, да? Чисто случайно, наверное. Да. А ты что тут лаки-блоки ломаешь, я не понял. Я ничего не ломаю, я хочу просто прилететь к себе на остров. Кубик, еще одна базука. Ой, в смысле... Нет, у меня никаких базук, чтобы взрывать твой остров. Ну, нифига себе, я уже испугался, я думал, что у меня все лаки-блоки закончились, а у меня еще 24 штуки. Нет, у меня 4 осталось, Кубик. 3. Серьезно? Да, сейчас будет 2.
Выпало кое-что интересное, но, ребята, я сейчас взлечу специально и покажу вам. Так, с кирка, кирки у меня как раз не было еще за эту серию. Сейчас все будет, ребята, сейчас я вам все покажу. Последний лаки-блок так сломаю. И все, теперь можно включить гейм-мод. Смотрите, нифига ребята. Нифига себе, это что за картина такая, Владимир? Нифига, это кто? Чуваки, если вы знаете, пишите в комментариях, кто это за чел и что это такое. Но выглядит это нереально эпично. Я прям отдельный лайк бы поставил за это, поэтому я ставлю. Ребята, сейчас мы доломали все лаки-блоки. Кубик там не знаю, я его подожду. И сейчас мы сделаем арену для ПВП. Что ж, ребята, арена готова. И я готов ПВПшиться. А ты, Кубик? А я готов тебя убивать. Это что у тебя за алмазная бронечка тут такое? Что это тут такое? Ты в чё тут одет? Ты меня даже не поймаешь, Кубик. Я сейчас пристрелю. А сначала поймай, Кубик. Ава! Ладно, а ты где? Даю тебе шансы, я не знаю, где ты. Ой, ты попал в меня, чё? Нифига себе, попал! Попал! Эй, эй, чё ты? Ты как это сделал? Ты чё так высоко прыгаешь? Подожди, я что-то не пойму. А ты чё, в геймоде, что ли? А, ты дурак, что ли, Кубик? Я офигел! Ты так решил со мной попешиться нафиг? Да я забыл просто, Владус, что ты так забираешь? Ну, из первого удара, Кубик, ты получаешь маслину, что? Не, из первого, ладно, погоди, у меня тут тоже есть бомбочки такие, сейчас тебя застрелю, бам-бам! Да, жесткая бомбочка, слушай, ну взорвала она, конечно, круто, но не меня. Ты что, не умер, что ли? А почему я умер? Я еще раз умер! Я не знаю, Кубик, почему ты умер вместо меня. Давай, давай, давай! Да, ладно, против моих базук, конечно, у тебя сейчас не будет шансов. На-н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 а. Просто минус, Кубик, куда он там улетел, пацан? Я завис в Майнкрафт. Прости, Кубик, я не хотел этого делать, слушай, я... Ну, конечно, не хотел. Аня, оказывается, все нормально. Ё-моё, сколько здесь бедрока? Все нормально, сейчас я взлетаю. На-н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 а. Папа! Ну ты достал меня, хотя бы пожалеть. Ты выжил, Кубик, но не сейчас. Ты выжил? Да блин! Кубик, что происходит? Смотри, шар, я в тебя сейчас его могу стрельнуть. Не попал, да? Да, а ты прикольно, где? Прикольно, прикольно. А ты где, а ты где, а ты где? Да не знаю, он доставит меня уже, блин, ты что, меня киркой-то убиваешь? Да ладно, я тебя не киркой, ты сейчас сам подох вообще. Кубик, получай вообще. Так, погоди, стой, а я тебе хотя бы чуть-чуть урон отнести. Давай попробуем, давай попробуем, я встану здесь, давай, ударяй. Ты мне меч сломал. Я тебе еще и броню чуть-чуть сломал. Не, блин, надо с тобой луком драться, блин. Все, я здесь бессилен. Да, ребята, ПВП получилось реально неравно. И здесь прям победа очевидна. Пишите, что думаете в комментариях обязательно. Смотрите другие видео на канале, они уже где-то здесь появились. Кликайте прямо сейчас на них. У вас есть очень мало времени, секундочки, три. Видео заканчивается. Раз, два, три. Пока, тус, Кубик, не вздумай.